Качество благоустройства в Нижнем Новгороде по федеральному проекту формирования комфортной городской среды сегодня проверяет специальная комиссия. Первой точкой объезда стал один из дворов на проспекте Гагарина в Советском районе. Здесь организовали новые парковочные места, проложили дорожки и установили детскую площадку. На Щелковском хуторе более масштабное благоустройство. Здесь вскоре высадят новые деревья, появятся прогулочные аллеи с малыми архитектурными формами. Начало уже положено. Около первого озера рабочие сооружают нечто напоминающее японский сад. Будет озеленение и выполнен ручей, который мы сейчас проходили. Это из дагестанских валунов. То есть такой вот. И будут сделаны газоны с цветниками, которые будут подбор растений, которые соответствуют местному ландшафту. Будем приходить, отдыхать здесь. В благоустроенном месте. И что мне нравится, что со всех сторон эти обошли микрорайоны наши уже. И оттуда, и отсюда, везде. И Щелковский раньше был лес, а сейчас парк получается уже. Проект рассчитан до 2024 года. Во всяком случае, первая его часть, она реализуется на территории всей страны. В этом году цифра федеральных средств, которая пришла в бюджет Нижегородской области, составила 664 миллиона рублей. В следующем году, и мы сейчас при формировании бюджета Российской Федерации в Государственной Думе будем выходить на эти решения, мы планируем практически двоекратно увеличить эту цифру до 1 100 000 000 рублей. Это те деньги, которые должны прийти в Нижегородскую область в 2019 году.